Мария и Карен – участницы соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Обе приехали на Алтай из Чили, показали достойные результаты сразу в нескольких дисциплинах и решили продолжить свою подготовку к Олимпиаде в Токио именно здесь. Раньше мы тренировались в Колумбии. Там тоже очень хороший 16-километровый курс на высоте 2 километров. В целом он такой же, но сейчас нам особенно важно было найти место, которое максимально близко к Японии. Несмотря на то, что расстояние по воздуху от Барнаула до Токио почти 5000 километров, разница во времени несущественная, всего 2 часа. Именно по этой причине спортсменки и решили остаться в Барнауле. Все свое время они посвящают тренировкам. Мы тренируемся 3 раза в день, 2 сессии на воде и 1 в тренажерном зале. Сейчас у нас идут базовые тренировки. Мы отрабатываем соревновательные дистанции, но так как до Олимпиады осталось всего 2 месяца, мы собираемся ускорить свою подготовку. Значительно ускорить подготовку помогли бы и условия для восстановления сил на самом гребном канале. От трассы девушки в восторге, но вот комнаты отдыха, говорят, оставляют желать лучшего. Можно было бы сделать комнаты более комфортными, повесить шторы, например, или поставить кондиционер, потому что внутри очень жарко. И, возможно, организовать столовую, чтобы там можно было завтракать, обедать или ужинать. Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Спортсменки надеются, что им удастся занять призовые места и там. Мария поплывет на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров, а Карен присоединится к ней в заплыве на каноэ-двойке на 500 метров. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.